В Московской области действует партийный проект «Единой России. Школа грамотного потребителя». Одно из направлений этой программы – контроль над проведением плановой проверки газа в многоквартирных домах. На днях специалисты газовой службы работали в 115-м квартале. Наша съемочная группа присоединилась к ним. Проверка газа – гарант безопасности, уверена жительница Люберец Нина Филатова. Во время последнего визита специалисты обнаружили в ее квартире неисправность газового крана. Он был старый, с 68-го года, и он уже плохо перекрывался. И когда мастер пришел и сказал нам, что надо поменять, ну мы поменяли. Как же может утечка газа быть, взорвемся здесь, сами же понимаете, это опасно. За газом надо следить. Сегодня сотрудники газовой службы снова пришли с проверкой. На этот раз обследование прошло удачно. Плиту можно использовать смело. Убедиться в исправности газового оборудования должен каждый. Жители МКД несут ответственность не только за себя, но и за соседей. Профилактический осмотр специалисты проводят не реже одного раза в год. Задача жителей – вовремя заключать договор с газовой службой и находить время для проверки. Что такое многоквартирный дом? Это собственность жильцов. Не одного жильца, а жильцов. И здесь от, скажем так, понимания и ответственности каждого жильца зависит безопасность в целом всего жилого дома. Обязательно должен быть доступ в квартиру. Если абонент не может принять нас по графику, который указан, он может также позвонить в нашу организацию или в единодиспетчерскую службу, и мы назначим время, которое ему будет удобно для посещения. Нехватка времени – не единственная причина, из-за которой жители не пускают в квартиру сотрудника газовой службы. Некоторые опасаются стать жертвами мошенников. Наши специализированные организации, для того, чтобы их жители могли узнать, они одеваются в специализированную одежду, имеют удостоверение, которое позволяет удостовериться жителям, кто этот пришел в квартиру и для каких целей. Проверить информацию о приходе специалиста можно в ЕДДС ЖКХ городского округа Люберцы. А при малейшем подозрении на утечку газа необходимо обращаться по телефону 04 или 112. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.